серйозна думка. Сьогодні я прибув до столиці для Польщі для зустрічі із президентом Дуди, і ми святкували десятиріччя інаугурації президента, мого друга, президента Качинського, який багато речей зробив як для Грузії, так і для відносин між Польщею і Україною. Це дійсно такий історична фігура, дуже важлива для країн, Польщі і України. І, ну що, для мене це дуже цікавий і відповідальний період, так що ми зараз збираємо антикорупційний з'їзд форум в Києві. Вже зареєструвалося там багато людей і з всієї країни. І дійсно це те, що турбує зараз громадян України. Так що для мене це така дуже приємна можливість бути зараз з вами. Я готовий відповісти на будь-які питання і українською мовою, і російською мовою. Я буду відповідати на двох мовах. Так що почнемо, що вас цікавить, так що я для того, щоб задовольнити ваш інтерес. Добре, дуже дякую. Я на правах модератора маю сьогодні щастя задати перше питання. Отож, перше питання, я думаю, буде питанням, яке цікавить сьогодні багато кого. Звичайно, воно буде про Україну і про вашу діяльність. Як людина досвідчення у реформах, як людина, яка на своєму досвіді вже має величезну кількість проведених, реалізованих і успішних цих реформ, ви сьогодні намагаєтесь те ж саме зробити в Україні. Скажіть, будь ласка, як ви можете порівняти те, що відбувається в Україні протягом цих двох років після Майдану, і з тим, що було в Грузії, коли ви стали президентом, де вам працювати легше, де важче, чому? І, звичайно ж, після цієї відповіді нас би цікавила ваша загальна оцінка ситуації, яка сьогодні відбувається в політичному житті України. Ну, з вашого дозволу я буду відповідати російською мовою. Ну, по-перше, що було тоді, значить, Грузия, когда я стал президентом, она была несостоявшейся страной. Мы были 80%, 90% грузин говорили, что они соприкасаются с коррупцией. Мы были на 127-м месте в рейтинге Всемирного банка по простоте делания бизнеса. Мы были с 50% страны жило ниже уровня бедности. Значит, в конце моего президентства Грузия перешла с 127-го места в рейтинге Doing Business на 8-е место. У нас была самая быстрая таможня в мире, самые быстрые транзакции для нас бизнес в мире, самое быстрое оформление имущества, самое быстрое выделение, допустим, земли, даже много таких вещей, которые там по рейтингу IFC, что делает простоту бизнеса, самая быстрая регистрация предприятий и так далее. Значит, по коррупции мы были в Грузии в конце моего президентства менее 1% говорила по разным вопросам, как это некоторых по 2%, что они какое-то отношение к соприкосновению имеют с коррупцией. В Украине в этом смысле очень похожая ситуация изначально, что 80% бизнесов говорят, что соприкасаются с коррупцией. Украина на 82-м месте по простоте делания бизнеса. Это не очень хорошее место для страны. Украина по perception of corruption на уровне Уганды. Всего две страны в мире, чтобы вы понимали, после 91 года имеет ВВП ниже, чем в 91 году. Это Зимбабве, это Украина. Хотя Зимбабве в 91 году называлась Южная Родезия. Это была другая страна. Это трагичная ситуация, на самом деле. За последние полтора года в Украине теневая экономика официально выросла с 32% до 48%. Я подозреваю, что это гораздо выше. По налоговому времени, вот что если сравнить Грузию и Украину, в конце моего президентства Грузия была четвертой самой менее обремененной страной в мире после Катара, Объединенных Эмиратов и Гонконга. Украина третья самая обремененная с конца страна в мире по налоговому времени.
И это все вот реально. Какая разница? Разница главная в том, что если в Грузии правительство постоянно подталкивало, то есть говорило народу, куда мы должны идти, и это не всегда отвечало потребности народа и культуры, и в конце концов это привело к отторжению, в Украине наоборот народ требует все время реформ. Народ хочет все время правительство вытянуть на реформу. И правительство говорит, и когда мне говорят, что в Грузии легче стало делать реформы, легче, потому что это маленькая страна, это как раз точно сюда наоборот. В маленькой стране очень трудно делать реформы. Почему? Потому что все всех знают, все со всеми взаимосвязаны. И ты там, мы выгнали, там, у нас 4 миллиона с чем-то жителей, 4 миллиона 500 было тогда. Мы выгнали 100 с чем-то тысяч людей, не выгнали, мы уволили с работы. Ну, все люди связаны со старыми отношениями, с коррупцией. Старые налоговики, старые полицейские. Они же никуда не ушли. Все у нас происходило в одной реально в одной городе, в Тбилиси. Потом уже в результате моего президентства в Китае потом тоже стали реальным городом. Но в Грузии был всего один реально функционирующий город. В Тбилиси все они жили там. Они все жили в центре, и, естественно, когда что-то, они всегда устраивали протесты. В Украине можно уволить всех чиновников и никогда их больше не увидеть. Украина в этом смысле очень легко делается. И на самом деле проблема Украины в том, что не потому, что люди не готовы. Люди готовы, размер страны идеален для реформ. В Украине очень маленькая элита. И эта элита очень взаимосвязана. Эта элита уже 25 лет. И они все друг с другом делали бизнес, они все переплетены, они все связаны. Поэтому очень трудно человеку из элиты ее менять. Потому что я даже когда его соприкасаюсь, вот когда я что-то не понимаю, почему это так происходит, а потом мне объясняют, что этот человек в 98 году с тем человеком имел бизнес. Потом у них была такая-то доля. Потом эта доля вышла. Потом этот в 2003 году тому одолжил 40 миллионов долларов, которые он еще не вернул. Поэтому они сейчас все решают опять политические вещи. Но они идут с этих отношений. Или они уже там кумовями были, или там они поженились, развелись. Или там, но в любом случае они все связаны. Поэтому что происходит? Поэтому что у нас произошло? Реально же подумать. Убили Гонгадзе, до сих пор до конца это не расследовали. Хотели убить президента Ющенко, ничего никто не расследовал. 100 человек с лишним погибло на Майдане. И ни один человек не арестован за эти убийства. То есть реально не работает эта система. И сколько вы вернули старой власти денег? 30 тысяч долларов. Ничего. Формально ничего не вернули. То есть сейчас сняли запрет на пресс-завода Пурченко, с актива Пурченко, оплота финансового старого режима. У нас 7-й километр, главный рынок Украины, продуктовый. До сих пор контролируется людьми Юрия Накевского, правой руки Януковича. До сих пор Юрий Накевский получает этот доход вместе, естественно, с людьми уже теперешней власти, которые с ним вошли в эти отношения. То есть, и вся система судебная, прокурорская полиция это все покрывает, потому что, может быть, забрали этот рынок. Но там все схвачено на всех уровнях, что нельзя нигде так отцепить. Поэтому я считаю, чтобы реформировать эту систему, нужно, во-первых, привести много новых людей. Во-вторых, аутсайдерам, которые не были частью этой нашей, только им подвластно поменять эту элиту, потому что элита сама не может меняться, это очевидно. И поэтому сейчас мы как раз на том этапе, когда мы должны с одной стороны не качнуть страну, потому что это выгодно врагам, но с другой стороны так продолжать невозможно. Сегодня вот говорил там был бывший президент Клаус, но он отличается экстравагантным взглядом, но выразил то, что многие в Европе думают, что Украина все равно не состоявшаяся страна. Вот 25 лет мы и смотрим, и она никак не может состояться. Но все равно, что, а что делать? А если Европа не может ее собрать там себе принудить, ну, Путин придет, не Путин засудит. Что-то в этом роде. Он так не говорил, но что-то логика такая, что Европа не сможет разобраться, потому что Украина сама собой не может разобраться, сама себе не может помочь. Вот эту логику мы должны проломать. Поэтому тот форум, который мы устраиваем, 23-го, он очень важен, потому что уже зарегистрировалось там несколько лет сейчас, 12 тысяч человек вот за 24 часа, это очень много. И когда люди сами регистрируются, там форму надо заполнять, все. То есть у людей есть вот потребность чего-то поучаствовать, есть накопилась вот эта энергия. И она, и это не просто там не кричал премьер-министр и там министру его министрам, убирайся из страны. Убрав меня из страны, их проблема не решается. У них проблемы с народом, а не со мной. И когда мне говорят, что да почему ты назвал их воробом, мне говорят, иди покажу в суде, что ты вор.
Если бы они нападали на меня в суд, если бы Янукович подал на украинский народ в суд, кто бы выиграл? Янукович, конечно. Ну как можно я... Недавно я Коломойский выиграл у меня суд, когда я сказал, что в Грузии он платил 120 миллионов долларов. Ему это не понравилось, как налог он платил, правда. Он подал мне суд и выиграл по факту, что он не платил. То есть в судах правду не найти невозможно. Когда нет институционных механизмов, то получают то, что их вот в конце, как я вижу. Проблема в чем, что? Почему не меняется? Украину олигархи считают, что это их акционерное общество. И они были проценты. У Ахметова было больше 7%, у Коломойского были проценты, там, у других олигархов были проценты, все 5, 6, 7, 8 тысяч человек. Потом они назначают директоров. Директора — это не министры. Это директора — это люди, как Мартыненко, там, Иванчук, там, ну там их много, там, 7, 8, 10 человек, которые или члены парламента, или не члены парламента, как я говорю. Они есть, все знают, что они есть, но их люди не видят. Но они все решают. Потом они уже назначали министров и премьер-министра. И эту систему надо разломать. Олигархам надо сказать, что все, их доля конфискована, это так там ни при чем. Они просто богатые граждане, которые должны платить налоги. Этих директоров надо убрать просто с контроля. Надо эти госпредприятия, которые вот за один год только украли официально 120 миллиардов гривен, а я подозреваю, что гораздо больше. Надо, чтобы их перестали красть, надо, чтобы их, в принципе, приватизировали. И тогда все станет на круги свои, и надо, чтобы новые люди пришли в политику, чтобы вы вернулись в политику. И это очень важно, то, что вы пришли, вы взяли свою собственную страну в свои руки. Вот и все. Добре, дуже дякуємо вам за відповідь. І зараз я пропоную перейти до запитань. Піднімайте, будь ласка, руку. Ось тут перший був чоловік. Так, потім жінка і потім чоловік. Добрий вечір, пане Михайло. Дуже радий вам бачити. Мене звати Олександр Мовчан. Я членом правління Інституту внутрішніх аудитів. Я не дуже добре чую. Окей, так краще? Окей, так. Дуже радий вас бачити, пане Михайло. Мене звати Олександр Мовчан, я є членом правління Інституту внутрішніх аудиторів України. Це організація, ми є представництвом Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів, який знаходиться в США, і по суті займаємося тим, що розповідаємо про найкращі практики внутрішнього аудиту, про те, яким чином треба вести публічний, чесний бізнес, відкритий і так далі. Дуже хочеться від імені правління сказати про те, що хотів приймати участь в антикорупційних всіх діяннях, так, в форумі і так далі, тобто віднести до хтось піде на форум, обов'язково членів правління. Зараз подали закон про внутрішній аудит, він розглядається радою. Питання: з ким з вашої команди, з ким з команди форуму антикорупційного можна співпрацювати по цим напрямам? Бо дуже хочеться, насправді, і є дуже багато людей. Залишите мені ваші координати. Так, я до вас підійду, обов'язково. Добре, дуже дякуємо, у нас є запитання, будь ласка, ось тут. Пане Мне интереснее, конечно, страна Беларусь, узнать ваше мнение. Первую тему, которую я хотела поднять, это российские авиабазы, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Как вы считаете, играет ли Лукашенко свою роль в разжигании войны на территории Украины? У меня не было впечатления до сих пор, что Лукашенко антиукраинскую политику, честно говоря, проводил. И у него были, чтобы мы, по моим опытам, у него были очень хорошие отношения с оранжевым правительством, с Польшей Ющенко. Потом плохие отношения с Януковичем. По каким-то причинам, которые были такие, у них был конфликт. И он, в принципе, все время достаточно хорошо выдерживал российский натиск, когда дело касалось там каких-то вещей, особенно на первом этапе войны, когда это было очень опасно, если Беларусь включилась в это дело. Значит, в целом, если вы считаете, мое мнение про российскую ситуацию, Россия застряла в Украине. Застряла, потому что украинские солдаты оказали просто героическое сопротивление. И я думаю, что один из главных причин, почему вообще Россия сунулась в Сирию, это было, что она хотела перенести внимание от Украины, где у нее уже не было никакого военного продвижения. На сейчас. В Сирии у нее тоже нет игр. Почему? Потому что они будут бомбить сейчас сначала этих повстанцев, потом все равно Асад, скорее всего, упадет. Если Асад не упадет сразу, то есть если Асад, чтобы Асад не упал, тогда они должны вести наземные войска, и тогда это новый Афганистан. А так они не могут выиграть эту войну, особенно после сбитого турками самолета и так далее. То есть это тоже краткосрочная игра.
Если цена на нефть задержится еще 2-3 года, так как она есть, скорее всего, задержится, у Путина нет, больше никогда не остается. У них единственный расчет, по-моему, я думаю, что Украина уже... Украине нанести поражение невозможно. Украина сама себе может нанести поражение. Если мы не проведем настоящие реформы, если мы не очистим власть, если мы не поменяем правила игры. Потому что люди должны идентифицировать себя. То есть они не могут идентифицировать себя все больше, меньше и меньше с этой элитой, которая... Вот представьте, может, исторический параллель. Вот была революция в России, в Российской империи. Свергли царя. Потом пришел какой-то Керенский и сказал, сейчас царя нет, но я буду назначать министров, я буду собирать налоги, я буду вести войну, все же как при царе, просто царя не будет. Через несколько лет месяцев люди сказали, что, идите отсюда, идите, и привели худший вариант, большевику. Приблизительно подобное в Украине происходит. У нас был Майдан, люди погибли, люди погибают на фронтах. И пришла старая элита, сказала, мы будем продолжать как прежде. Нет Януковича, ничего, мы договоримся. И у Игнатьевского там заменим, и этого заменим, новых смотрящих назначим. И все будет по-прежнему, вы не, особо не вмешиваетесь, если вас не касается. А если вы поднимете голос, вы скажете, что это вы дестабилизируете страну. Но это же так не получится. Революция для чего была? Чтобы были большие изменения. Почему провалился первый Майдан, оранжевая революция, не было фундаментально больших изменений. Почему вернулся Янукович? Сейчас опять вторая попытка, и опять пока нет фундаментальных изменений. Эта ситуация требует разрешения. Она не может оставаться статус-кво, это не вариант. И когда нам говорят, что если не статус-кво, они мне так говорят сейчас. Если нас не будет, катастрофа будет, гривна упадет до 70-80, все развалится, с этими персоналями, или вы спокойно будете смотреть, как мы грабим страну, или страна развалится. Страна развалится из-за того, что ее грабят. А не наоборот. Чем дальше будут грабить, тем больше она будет разваливаться. А как только будут нормальные отношения, страна очень быстро начнет развиваться. Украине совершенно сумасшедшая. Когда вы меня спросили, какая разница в Грузии и Украине, небо и земля в виде потенциала. Совершенно. И при всем уважении Польши, Украине больше потенциал, чем больше. И посмотрите, куда Польша идет и пошла, и куда пошла Украина. Вот и все. Дуже дякуємо вам за відповідь. Будь ласка, наступне запитання. Тут чоловік піднімав, потім там питання. Ярцев Андрей, швейцарский центр эдукации. Вот у меня вопрос вот, к вам, вот, почему как вы думаете не идут реформы? Вот вы говорите про олигархов, ну, абстрактное понятие. Вот наш президент Петр Порошенко, как вы считаете, есть какие-то риски, связанные с его прошлой деятельностью, политической, хозяйственной и прочей? То есть есть ли такие риски, которые делают его фигуры, ну, не самостоятельно и зависимо от тех же олигархов или еще от кого-то, или таких рисков нет? То есть можно ли, если это такой человек, который, ну, выведет и сделает все как нужно для Украины, или действительно такой человек хороший, а министры плохие? Ну, то есть понятен вопрос. Нет, это выбор народа. Это так. Кем он был прежде? На этом все заканчивается. Он законно избран, избран институт. Государство Украины. Это во-первых. Во-вторых, конечно, есть риски. Конечно, человек, который приходит с первого. Теперь, конечно, у него есть история отношений, которая сложная. Но с другой стороны, он сейчас, у него есть уникальная возможность, потому что он выше этого стоит. И я хочу сказать, что, в принципе, как минимум могу сказать, что из всех руководителей Украины, которых я знал, самое сложное отношение к олигархам, как таковому, это у меня, именно у него. Из-за, может быть, прошлых отношений. Но у него нет простых отношений ни с одним из олигархов. Это такого никогда не было. Проблема в чем? Конечно, вокруг него тоже много людей, у которых есть бизнес-интересы. И это накладывает свой отпечаток. Это однозначно так, я не буду это говорить. Но в чем суть Украины? Почему не происходит оздоровление? Как только кто-то начинает поднимать голос, моментально вся машина включается, чтобы его поручить. Как только ты начинаешь что-то говорить, вот говорить, вот там и коррупционный, тебе говорят, нет, ты сам коррупционер. Ты сам, и мы тебе найдем все, что нет человека, у которого нет счета, у него должно быть. И потом начинают искать, и начинают кричать, а волонтерское движение есть везде, во всей Украине, понимаете? Волонтеров держится много, потому что нет бюджета, правильно? Но волонтер, например, в Одесской области, а значит они Саакашвили финансируют. Саакашвили украл деньги АТО, вместо АТО он там отремонтировал там центр приема граждан. Ага, все, коррупция. Или там Коломойский каждую неделю сейчас мне посвящает фильмы. То есть они, технология так работает, что или все черные, все участвуют в грабеже, или кто-то не участвует, можно показать, что он тоже нечистый. И тогда народ будет говорить,
Какая разница, все все равно грязные. Ну, пусть излучается будет. Эта технология не должна сработать сейчас. Мы это поэтому. Сейчас есть уже новые технологии, есть Facebook. Ладно, пан Коломойский может пройти каждую неделю про меня делать передачу, а потом я, у меня на Facebook каждый, вот на этой неделе, например, заход от 5 до 6 миллионов человек. Это много. Это уже как те. То есть, как только олигархический телеканал, у которого там 11 миллионов просмотров, удаляет тебя, ты можешь ударить, ответить 6 миллионов своего Facebook. То есть новые технологии, которые не до конца позволяют олигархам. Во-вторых, есть контакт с народом. Украина большая страна, но все равно я уверен, что можно много ездить, встречаться, обсуждать и реально поднимать общественную дискуссию. Общественная дискуссия должна быть. И поэтому мы сможем это переломить, и процесс очищения будет касаться всех, начиная, безусловно, от президента Докачева, самым низким. У нас же проблема не только больших олигархов. Вот у нас ситуация. Каждый сельсовет, где есть земли, которые хоть что-то стоят, коррумпирован. Почему он коррумпирован? Потому что система такая. Вместо того, чтобы продавать земли на аукционе электронно, глава сельсовета выписывает бесплатно всем своим родственникам. А родственники в свое время продают. И это происходит у всех на глазах. Все знают, что это. Это поменять, это раз, вот так можно. Но для этого нужно, чтобы все сели и сказали, что все, больше не зарабатываем на крадеже земли, на госпредприятиях, на вид. В Украине уже не... Первый год этого правительства они сказали, что 120 миллиардов... У меня какой спор был на национальной ради реформ с премьер-министром? Что не показали по телевизору. Он рассказал невозмутимым голосом, что первый год его правительства 120 миллиардов потери от госпредприятий, а в втором году последних цифр еще нет, но он сказал, что меньше. Я ему возразил, что меньше не из-за того, что меньше крадут. Просто нечего уже красть. То, что можно было украсть, украли. И эта система-то не поменялась абсолютно. Просто осталось меньше, нечего уже. А в следующем году еще меньше будет. Но это же не приумножается общественное добро, правильно? Вот это надо менять. И когда нам говорят, знаете, по приватизации, по цифрам приватизации, я же председатель Украинского совета реформы госпредприятий. Последний год Януковича было 10 раз приватизировано предприятие, 10 раз государственное имущество больше, чем в этом году постмайдановское правительство. 10 раз больше. А это о чем говорит? О том говорит, что когда ты не приватизируешь, ты оставляешь... Приватизация тоже, наверное, была неправильна у них, но когда ты оставляешь, то 100% неправильно, потому что это просто прямой грабеж. Потому что там сидишь какой-то менеджер. Вот какая была проблема в Одесском припортовом? В Одесском припортовом заводе, это современный завод украинский, значит, назначили главу исполнительного совета, который в свое время назначил двух директоров по партийным кодам. Что значит партийные коды на государственном заводе? О чем это? Понятно, это код этой партии, это код этой партии. То есть он заключает контракт и берет оттуда. Зачем партии представительство заводит? Только для тем, чтобы взять все эти черные и передать партии. Тогда иначе непонятно, что там политического за заводе. Правильно? Правильно. И это на наших глазах происходит. Это глубоко порочная система. Опыт мы говорим, что надо всех их менять, никаких партийных код, объявлять прозрачные конкурса, приводить новых людей, и все станет на совесть. Посмотрите, сколько талантливой молодежи у вас. Пойдите, и вы управляете этим предприятием. Там сейчас, кстати, хорошие зарплаты. Глава вот сейчас Укрнефти, по-моему, получает 2 миллиона долларов в год. Есть поменьше зарплаты, но если не по знакомству, то можно очень хороший менеджер найти среди образованной украинской молодежи за границей. Дуже дякуємо за відповідь. Я, користуючись нагодою, хотіла би звернутися до людей, які зараз дивляться пряму трансляцію. І оскільки нас переглядає понад 100 осіб, то ми теж надаємо можливість задавати питання в інтернеті. Наш оператор те питання підготує, одне обрати, яке буде найперше, і це питання теж прозвучить тут у залі. А зараз, будь ласка, людина, чоловік, да, який господин Саакашвілі. Многие знают вас как великого реформатора, но, скажем так, многие грузины, которых я знаю, и молодежь, считают тоже вас умным узурпатором. Как вы можете объяснить то, что вот сейчас вас не очень ждут дома, и какие вообще причины? Вы считаете это политическим преследованием или... Ну, знаете так, узурпатор — тот человек, который узурпирует власть. Я отслужил 2 срока, и 3-го невозможно было получить по Конституции, я спокойно ушел, это во-первых. Более того, значит, когда в результате больших реформ в начале моего срока были большие уличные демонстрации, я ушел в отставку.
за полтора года до окончания первого моего президентского срока я сказал, что люди должны решить, нужны им продолжение реформы или нет. И первые выборы я выиграл с 96% получил, а второй получил только 52%. И выиграл, но выиграл с чуть-чуть. И потом я закончил этот второй срок. И поэтому, но при всем том, что и потом закончил, и все было как это, во-первых. Во-вторых, надо еще раз говорю, смотреть на цифры. Я вам сказал, что 50% было за пределом бедности в Грузии. До моего президентства я закончил 20%. Детская смертность сократилась 3 раза. В Грузии была отремонтирована или заново построена 6 тысяч километров новых дорог. Хотел бы и в Украине, чтобы такое было, хотя в Украине 10 раз больше. Значит, в Грузии, еще раз, в первую десятку вошла по простой делать бизнес. По коррупции цифры вы знаете. Это все цифры. Это то цифры, если и цифры, когда речь касается маленькой страны, они очень важны. Знаете, сколько было туристов, когда я стал президентом Грузии? 100 тысяч человек. Знаете сейчас сколько? То есть последний год моего президента? 6 миллионов. 100 тысяч и 6 миллионов. Грузия попала на карту мира. И поэтому это все цифры. Когда все это такое мы сделаем в Украине, пусть тогда украинцы перестанут любить всех тех, которые это делают. Кстати, в Грузии не так плачут. Моя партия всегда на первых-вторых местах сейчас в Грузии тоже. Она не исчезла. Всех лидеров или арестовали, или выгнали из страны. Представляете, что это такое? Или арестовали, или выгнали из страны. И все равно партия держится. Это очень большой успех. Это означает, что это идеология, это означает, что были реальные достижения. И это означает, что, ну, конечно, люди меняются, и, конечно, пропаганда работает. Естественно, пропаганда работает, в том числе и российская пропаганда, но очень сильна. И есть объективные тоже ошибки, которые любая власть допускает. Я вам скажу, Ли Куан Ю говорил так, что любое государство, где любое успешное правительство, любое успешное правительство надоедает людям в течение 10 лет. Чем оно успешнее, тем больше оно надоедает. И люди после 10 лет будут голосовать автоматически на свободных выборах за изменения только ради того, чтобы увидеть изменения. И потом он добавил, поэтому мы не проводили в Сингапуре свободных выборов. Но мы проводили в Грузии свободные выборы в 21 веке. Как... И сейчас даже в Сингапуре уже начинают проводить свободные выборы. Так что все было абсолютно правильно сделано. И так должно быть в демократии. В демократии, знаете, власть не должна быть для того, чтобы ее долго любить. Вы же, у вас есть там возлюбленные, там, через некоторое время там, вы можете сказать, какая она ужасная, или какой он ужасный, какие у него плохие зубы, как он отвратительно мерзко смеется, как она вообще храпит ночью. Все, что казалось таким прекрасным, через там, некоторое количество лет, многим людям надоедает. Так как может власть не надоест? Это обычный процесс. Но посмотрите, что произошло в Польше. Мне все говорили 4 года тому назад, никогда, никогда песня не вернется ни по каким. И вот они сидят. Дуже дякуємо. Наступне запитання ось тут. Доброго вечора. Мене звати Андрій Бойчук. Я хотів запитати. Як Україні зараз в теперішніх умовах боротися з російською агресією? Я б дуже хотів, щоб ви в своїй відповіді віднеслися до грузинського досвіду 2008 року. Дуже дякую. У 2008 році Росія не змогла взяти Тбілісі, Росія не змогла розрушити грузинську державність. Вона те, що не змогла 2008, зробила через вибори 2013. І це головний опит для України. Она сделала у нас это, потому что мы были в международной изоляции, потому что изменилась международная ситуация. Соединенные Штаты объявили перезагрузку, было много других проблем. В Европе, например, в Польше не было уже правительства, которое бы так хорошо нас поддерживало, как правительство и президент Качинский. И мы оказались в очень сложной ситуации. И в Грузии со всех сторон ножи, и в такой ситуации, конечно, произошло то, что произошло. Украина гораздо больше. Там тяжелее эти вещи делать, если Украина сама, если мы в Украине сами проведем серьезные реформы, серьезно сократим коррупцию, то Украина как никогда России больше не забрать обратно. Но если мы будем сохранять статус-кво, питаться как сейчас, никогда не говорите никогда.
Вот нам кажется, что нет пророссийских настроений, через год-два опять возникнут во многих местах. Нам кажется, что у них нет рычагов идеальности, действительно нет, они появятся. Потому что когда организм ослабевает, это российское влияние где-то как герпес. Моментально заходит. Моментально заходит со всех. И мы еще, я недавно сидел с головой СБО, он мне показывал вот такую большую книгу российских интересов разных украинских бизнес-секторов. Они везде. Никуда они не ушли. И это большие деньги. И не дай бог опять нефть будет $100. Эти деньги приумножатся, у них появится опять много черной наличности покупать просто всех подряд. Покупать телеканалы. Например, факт то, что до сих пор многие телеканалы контролируются капиталом, который приходит из России. И сейчас это не так очевидно, но когда час X будет, когда они им понадобятся, они включатся на полную мощность. Поэтому какой выход из ситуации? Быстрый реформ, быстрое развитие. Вот я вам скажу, вот Одесская область. Есть украинская Бессарабия, те самые худшие дороги в Европе. Где ты ездишь и смотришь, везде стоят эти сателлитные антенны. 90% населения в большинстве там мест смотрят российские каналы. Но если мы там построим дороги, эти российские каналы никакого значения не будут иметь. Сегодня они имеют огромное значение. Но как построить дорогу, когда мне правительство говорит, что максимум мы будем развиваться 2% в следующие 10 лет, это означает, что дорог в следующие 10 лет у нас не будет денег на дорогу. То есть вопрос развития – это вопрос национального выживания. Или мы будем расти 10-11-12%, или мы потеряем еще контроль, или там большая угроза нашей территориальной целостности дальше, потому что еще раз, я могу, там, я вижу это, я трогаю эту материю. Реально, через год-два, если мы там туда не вложим много денег, мы не покажем, что украинские... А что они видели украинского государства? Ничего. Они видели жадных чиновников, коррумпированных судей, прокуроров, которых местные элиты жадные, и нуль развития, нуль денег, все, что ничего на них не доходило. Поэтому для них Украина ничего им реально в жизни почти не дала, а по телевизору показывают, что хотя бы в России порядок. Конечно, это ерунда, но они же им-то показывают, что молодец, они там это сам. Поэтому, как это преодолеть? Очень просто. Нет коррупции, много развития. И тогда мы пройдем государственную консультацию. Наступное запитание. Хорошо. Мой вопрос связан с Харковом. Там после последних выборов мэром места стал господин Кернец, oczywiście człowiek z oczyń nieprostej reputacji, związanej też z FSB. Dużym był prezydentu Poroszenko i Kołomojskiemu taki kontrakt, taki deal, żeby ten człowiek, który podpierzywał Janukowicza, był przeciw Majdana, stał mianem Charkowa. Но это есть, о чем мы говорим. Когда государство слабо, когда институты не работают, когда судебная система не работает, когда прокурорская система не работает, когда очень много отношений, которые мы не видим наглядно. Мы не знаем, какие финансовые отношения там, мы не видим, какие там под столом договоры заключаются, как деньги делятся. Еще вот может показаться, что они сражаются друг с другом, а как ты быстро пощупаешь, все у них все одно и то же. Поэтому не все так, как выглядит с первого взгляда. Когда будет ощущение, тогда все понятно. А когда в Харькове говорят так, что наверное, что-то там это, хотя бы дороги сделал, хотя бы сквер сделал, это же там очень все просто. Почему? А кто показал альтернативу? Кто показал, что иначе можно? И то же самое в Одессе. Я же вижу, что Одесса может быть 100 раз лучше, 100 раз лучше. Но не люди же не видели разницы. Кто-то и показал другую разницу, поэтому говорят, что вот 5 деревьев его посадили, хотя бы будьте счастливы на этом. Хотя там гораздо больше денег и бюджета и всего, но никто это никогда не видел правильно потрачено. Поэтому Украина на постсоветском пространстве, на чем держится иллюзия Советского Союза? Держится на том, что никто не видел позитивных перемен. Почему Грузия была очень важна? Несмотря на то, что кто-то там хочет всегда большего и большего и большего, Грузия показала, как можно развиваться. Как можно иначе делать?
И почему украины, украинцы, многие украинцы хотели бы, многие украинцы жалеют Грузию, грузинского типа реформ? Потому что там это получилось. И то же самое мы говорим, что если хоть маленькие островки будут, где будут получаться в Украине, тогда будет с чем сравнивать. А сейчас не с чем сравнивать. Кернес может коррумпировать только, с, вернее, конкурировать только с прошлым Кернесом, или может конкурировать с каким-то коррумпированным прошлым губернатором. С чем сравнивать? Кто был лучше? Вот ситуация у людей часто. Главное, что вор на воре сидит и вора погоняет. Поэтому приходится выбирать из разных воров иногда, из разных так, этих людей. Вот общее понимание вот так. К сожалению, для общего смысления. Поэтому это все не так просто, как там еще раз говорю, допустим, тоже хотел, многие люди говорят, вот дороги, вот это все, все. Какая разница? Нам это нужно. То есть, что кто-то мне нам лучше что-то предложит? Нет, все. Еще только маленький вопрос. Один, когда в Украине будут следующие выборы Верховной Рады и выборы президента? Это будет, выборы президента будут, когда должны быть по ходу, а что касается выборов Рады, то, это зависит от многих обстоятельств. Я не думаю, что сейчас выход быстрые выборы, но ситуация такая, что, например, если налоговый кодекс провалился, а сейчас у нас в Украине как сейчас? Вот все о чем-то говорят, и потом ничего не происходит. 6 месяцев я слышал, что у нас будет налоговый кодекс. Все обсуждали, 2 разных варианта было. Очень много по телевизору дебатов было, в Национальной Раде реформ были, я лично был на 5-6 дебатах при всем правительстве, при президенте. И вот завтра он должен выйти в парламент. Все ждут, что он выйдет. И с утра пришел премьер и сказал, налоговый кодекс не будет. Когда будет, не знаю, подождать. То есть может никогда не быть. Но если... Я понимаю, почему он это сделал. Потому что налоговый кодекс мог провалиться, и это могло привести к досрочным выборам. Сейчас бюджет. То же самое, бюджет очень многие недовольны. Опять он может, если не провалится, это может привести к каким-то событиям, которые потом могут привести к выборам. То есть очень нешаткая ситуация. Поэтому говорить, когда это будет, я не берусь. Нужно, чтобы мы это настроились? Нет. Я считаю, что политическая система должна себя перестроить на эти силы, найти новую конфигурацию без новых выборов. Но ситуация шаткая, и все, можно быть разные в развитии событий. В любом случае, я думаю, что народ Украины не допустит реванша старых сил, что бы ни случилось. Но вот еще раз говорю, у нас мы часто имитируем реформ. Мы вместо реальных реформ получали профанацию реформ. Нам рассказывали про реформ, но ничего не делали. Для меня реформа не то, что там... Ну, можно, допустим, то, что они либерализовали, не было этому альтернативы, надо отдать должное правительству без ложной скромности, они сказали, ну, нет денег, что делать? Ну, для меня главная реформа, вот это индекс гаража. Вот гараж построить было тяжело, 1,5 года было тяжело, ну, надо взятки платить, там, разрешение. Сейчас легче, сейчас еще тяжелее. Бюрократия стала сложнее. Многие бизнесмены жалуются, что Янукович хотя бы знали, кому дать, если дал, то это гарантировано. А сейчас, даже когда даешь, если не дать, ничего не происходит, а если даешь, то тоже ничего не происходит. То есть, это есть, это мне очень напоминает период Шеварднадзе, на самом деле, вот про такой расклад в Грузии. Поэтому что делать при этой ситуации? Когда все время нам что-то обещают, вот таможник, как реформировать таможню? Вот сейчас зайдут англичане, они реформируют. Какая чушь. Или сейчас коррупция. Вот пока у нас не будет антикоррупционного прокурора, вот и год я слышал, что нужно быть антикоррупционного. Но это значит не работает. Ты не через год это обещаешь. Нам все время обещают подождать. То есть предлагают подождать. Предлагают подождать налоговую реформу, предлагают подождать коррупционное сражение, борьбу, предлагают подождать там, более низкие налоги, предлагают подождать некоррумпированную таможню. Ждать-то некуда уже. 25 лет же лучше. Поэтому люди требуют изменений. Поэтому я думаю, что мы на грани таких серьезных прорывов, потому что отпуску невозможно ответить. Дуже дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи в нас є питання від глядачів? Будь ласка, задайте зараз питання від глядачів. І потім у нас залишилося часу лише на 2 запитання. Від глядачів пішло 5 запитань, але одне перше. Цікаво. Це є... Як ви відноситесь до ситуації напруги поміж Росією і Туреччиною? І я в тому питанні, тому що ваша країна знаходиться поміж вашою батьківщиною, знаходиться поміж цими двома країнами.
Моя що? Батьківщина. Так. Ну що, во-первых, я думаю, что ну, Россия сама повелась на эту авантюру, потому что она летала над, во-первых, турецкой, она летала над всем. Летала над Польшей, летала над, над Польшей, кстати, меньше всего, летала над странами Балтии, над скандинавскими странами, над Турцией. Турки их предупреждают, но они привыкли, что их предупреждают про форму дипломатическую. А турки не поняли, что не оценили шутки. Делали то, что да. Они всерьез восприняли свои собственные слова. Несколько раз они предупреждали. А Россия привыкла, что никто все предупреждает, но никто всерьез не воспринимает. Сами же свои разговоры. Она к этому привыкла. Но тут есть еще Эрдоган, который очень такой сильная личность, и решил, что если он что-то говорит, он должен это выполнить. В любом случае Сирия и Россия застряла, в любом случае Сирии и России не может быть военной победы. Это исключено, там никого не может быть военной победы. А Россия, Путин слишком много положил на эту военную победу. У меня было впечатление на последней пресс-конференции, что он очень во многом сослаб. Мое впечатление, что, например, он третий раз говорит в этом году, что почему это его волнует, я не знаю, почему он вообще про меня говорит, я до конца не понимаю. Вроде там добился вот того, чтобы выгнали меня из Грузии, там, ну, какой-то губернатор, ладно, хотя бы Одесская область, важная область, но ну, губернатор все равно. Третий раз он в этом году про меня говорит. Нет, много раз говорил, третий раз одно и то же сказал, что мне ему, ему американцы не дают рабочий виз. Я уже опубликовал эту визу, чтобы он успокоился. Но почему должно волновать это? Что-то в мозгу не то. Или что-то в мозгу не то, или человеку нравится лгать. Ну почему? Ты глава сверхдержавы, почему ты занимаешься визой Саакашвили уже столько? Да, нет, я сказал, что человеку просто что-то там не то. Там на самом деле этот режим ослабевает, у меня такое впечатление. Там у них реально они застряли во многих играх. Украина, конечно, большой роль играет, когда украинские солдаты сыграли в этом решающем. И я считаю, что они идут к большому кризису. Я бы не дал им много времени. И после того, как его режим пойдет, там будет 2-3 года полного хаоса. Я в этом совершенно уверен. Это означает, что когда говорят, Украина вернет свою территорию, Грузия вернет, конечно, вернем. Конечно, вернем, потому что и мы должны готовиться к тому времени, когда будет переходный период. Потому что там нет политической элиты в России, которая могла взять УБР. Там нет военной элиты. Там нет территориальной целостности понимания людей, потому что там есть целый ряд территорий, которые, в принципе, к которым Москва обращается как колония, например, Северный Кавказ, которые при малейшем ослаблении хаоса Москвы будут оттуда отделяться. И это произойдет сам по себе. Европа может этого не ждать, не готовиться, американцы не ждать, не готовиться, но это произойдет. Потому что Россия перестала уважать территориальную целостность своих соседей, значит, реально она потеряла право на свою собственную территориальную целостность по определению, потому что кто-то этого хочет, никто не хочет развить Россию. Но она, как в свое время Тэтчер, когда возражала против Германии, говорит, что я так люблю Германию, что я хочу, чтобы их было двое. Я не знаю, я не буду говорить о типа, такой специфической любви к России, но внутри России есть люди, которые бы хотели, чтобы России было несколько. Поэтому мы должны понимать, что мы сейчас в очень интересном политическом времени. У меня нет сомнений, что это же падает. Ко мне вот вопрос. Вот сейчас была Балканская война, и Милошевич упал. Но Босния так и не сконсолидировалась до конца. Мне очень важно, чтобы Украина не была... Мне очень важно, в какой форме придет Украина, какой форме сама будет к тому моменту, когда режим Путина не пойдет. Вот что нас должно волноваться. Мы должны сконсолидироваться как нация, мы должны реформироваться как нация, мы должны пойти вперед на нацию, у нас должно быть экономическое развитие, и тогда мы будем в супер форме к тому времени, когда будет в том числе реинтегрировать территории, которые они временно захватили. Вот. А что касается Турции, вернуться к тому, я думаю, что ну, Россия смогла ухитриться нажить себе очень много врагов. Ну, подумайте, Украина, если подумайте, ну, я это хорошо знаю.
16 лет, когда мне было, приехал в Украину, я хорошо знаю, мне понадобилось какое-то время, но я понял, что Украина – это отдельная страна, отдельная нация, отдельный народ и так далее. Но большинство мира же очень недавно об этом узнало, правильно? И как можно было ухитриться вот, с российской точки зрения? А Россия до сих пор, до недавнего времени совсем это не знает. Они считают, что украинцы – это какие-то русские, которые просто говорят на смешном языке и на этой части. Как же, как они считают про Беларусь сейчас. Но и вдруг оказалось, что вот это продолжается их, не? Массово их не любят. Это же большой стресс. Не просто какие-то сумасшедшие бандеровки, не какие-то засланные грузины. Массово вот этот народ их не очень-то уважает по целому ряду причин. Ну, огромная масса, это же не какая-то маленькая Грузия, которую не замечают. Огромная масса, самая большая страна в Европе. Сейчас Турция, вторая армия НАТО, огромная страна, которую трудно было представить, что все они же россияне всегда считают, турки так, да, их они продадут там, тут свои, это, свои строители пришлют, мы там туристов пошлем, мандарины купим, это все, и турки будут всегда газ им поставить. И вдруг Турция сказала, что газ? И у Ирана возьмут, и сделали что? Не позволим вам летать на нашу голову, и более того, будем сбиваться. И сбить. То есть, какой шок, что они считают, что Турция всегда под их пальцами, что бы ни было. Огромная страна Турция их стала сейчас, мягко говоря, их не очень хорошим другом. А реально соперник. Так поймите, какой ресурс у России есть столько врагов? У каждой страны же очень ограниченный ресурс на жителей врагов. Когда Гитлер был в коалиции, там, Гитлер когда захватил Европу, у него была коалиция хотя бы Италия, Испания, Япония. Кто сейчас в коалиции с Россией? Так называемые Южные Осетии, Абхазия и Приднестровье. ДНР и ЛНР. Чавес. Да. Чавес все. Чавес конец. Венесуэла пала. Эвакуируют оттуда лишь немцы. Науру еще помогает им и Республика Тувалу. Ну не очень большая коалиция для мировой роли, правильно? А когда все твои большие соседи уже твои враги. И это означает, что они быстро зашли в спираль, откуда они выходят, в принципе. Дуже дякуємо за відповідь. А зараз у мене прохання. Підніміть, будь ласка, руки всіх, хто ще має запитання. І ви, будь ласка, виберіть одне останнє запитання. Я буду коротко відповідати, але чотири. Добре, тоді дуже коротко, бо у вас наступна зустріч. І вам теж теж саме. Людина, яка стоїть там далеко від самого початку, тримає руку. Задайте, будь ласка, голосно без мікрофону. Добрий день, господин. Вітаю вас. Андрій Назаренко. У мене три питання. Один. Лише один. Я знаю, що ви довго тримали руку, але на правах модератора я вам дозволяю задати лише одне запитання. Хорошо, тогда можете рассказать визию того, как вы видите борьбу с коррупцией в конкретных ее как бы, моментах, в конкретных проявлениях, как бы вы боролись? Вот вы реформатор, у вас карт-бланш от Порошенко, поддержка Порошенко в принципе есть. Очень коротко. Мы внесли Одесский пакет реформ по ланду Украины. Что такое Одесский пакет реформ? Несколько вещей. Облегчить средства приватизацию, облегчить средства государственной услуги. Что значит, что государственные услуги, как мы сделали центр обслуживания граждан в Одессе, первый такой пилот проект, как центр обслуживания граждан Грузии. Грузия не самая быстрая, в Одессе не такие, как Грузия, но быстрее, чем по всей остальной Украине. Что значит, что везде всякие вытяги, там, транзакции можно сделать везде, экстерриториально. И везде очень быстро, и можно было просто, и они на то есть на самофинансировали, поэтому у них там хорошая зарплата, совершенно другой сервис, облегчить государственные все функции, это раз. Во-вторых, полностью поменять ДФС. По определению Украины, что такое Украина, как я понимаю историю Украины, очень коротко я скажу, но все равно. Украинский народ, который никогда не имел долгих периодов успешных государств, к сожалению, из-за того, что на них наседали постоянно иностранные империи, но смог отстоять огромную территорию и реально стать народом большим, несколько десятков миллионов. О чем это говорит? О фантастической боеспособности, о суперсамоорганизованности и огромное стремление к свободе. То есть народ по духу имеет лучшие качества. По определению, народ в Украине всегда будет лучше, чем украинское правительство.
Я в этом совершенно уверен. По историческим причинам, по многим другим. То есть что надо сделать? Правительство надо максимально сокращать и народу давать больше свобод. В том числе, допустим, то, что мы предлагаем по ДПС. Что мы предлагаем? Говорим, что пусть будет частный собиратель налогов. Вот нашел ты 100 миллионов, кто-то скрыл налоги. 10 миллионов даем тебе. Бабушка нашла неакцизную бутылку, сняла картинку, послала, получила 3 доллара. Сразу на свой банковский, это, банковскую карту. Представляете, сколько бабушек гуляет по Украине, которые бы хотели получить здесь по несколько раз 3 доллара. И надо это делегировать, надо это вынести. ДПС как такого, довести до минимальной структуры, вообще их убрать. Потому что по определению они всегда будут коррумпированы, всегда будут на этих потоках сидеть. Точно так же. Здание стоит на земле. А ты говоришь, земля под зданием ты не можешь приводить. Какая чушь. Надо все здание, он должен себя забрать. Таких много бюрократических условностей, мы просто все перечислили. Говорят, вот мы не хотим приватизировать, не хотим комиссию составлять. Это не так. Человек проходит, говорит, вот это здание, мне нравится. Оно продается, он может подать и говорить, я хочу купить это здание, давай устроим электронный аукцион. Надо устроить электронный аукцион. Нечего оставлять государственную собственность все это. Потому что государственная собственность, это всегда государственный назначенный менеджер, который представляет конкретный коррумпированный интерес, который крадет. Поэтому у нас есть, поэтому надо сократить роль государства в философской части и увеличить роль общества, самоорганизацию общества. Общество доказало, что оно гораздо более как бы трезвее и организованнее, чем любые государственные структуры. Сейчас у нас наоборот, сейчас все у нас централизовано. Почему я как глава Одесской области, даже в то время, когда со мной из Киева еще не до конца сражались, половину времени проводил Киев. Потому что все решения принимаются в Киеве. Мы говорим о децентрализации, но все решения принимаются в Киеве. Это неправильно. Но чтобы это сделать, надо не так сделать, что типа у нас нет централизованного, у нас кого-то местных феодалов делегировать, потому что это то же самое будет. Нет, надо максимально обществу дать больше свободы и снять пресс со стороны правительства. Ну давай, возьмем. Добрый день, меня зовут Дуфарик, я хотел спросить, но тут какой-то учебник, как делать реформы в Грузии, это сделала Сенка, Алексея Бурякова. Вопрос. Евросоюз решил снять визы на украинцев. И я бы хотел спросить, не мог ли бы заставить власть Украины, чтобы они сняли вообще, так как Грузия, сняли нужду ездить в страну с паспортом, чтобы мы, потому что половина европейцев, она тоже не имеет паспорта, они ездят просто в рамках Евросоюза. Я думаю, так и будет. На самом деле, я все время, в одном из, одни из тех вещей, которые мы предложили в Одесском пакете реформ, это следующее. Все страны, у которых ВВП больше, чем у Украины, должны ездить в Украину без визы, кроме, конечно, там нескольких стран, которые там могут быть связаны с национальной безопасностью. Такой страна, на самом деле, такая страна одна сейчас. Но вот так, потому что если, тут главная угроза миграции. Если у кого-то больше дохода, чем он будет приезжать и там оставаться в Украине, правильно? И в Грузии бы так сделали, это сработало, турист тоже вырос за счет того. Украина имеет фантастический потенциал. Фантастически. Абсолютно недооценен. У нас в Одесской области сейчас только 50 километров просто дикого пляжа с золотым песком, который никто не называет, потому что дорог нет там, и абсолютно дикие регуляции у сельсоветами, распаивание земли. Ну, просто надо, чтобы было правительство Киева, которое заинтересуется этим. Проблема у нас правительство в чем? Правительство у нас вот этот треугольник. Банковая, Рада, Кабмин. Вот треугольники, все считают, что правительство, вот что происходит там? Поэтому у наших министров не ездят, у наших премьер-министров не ездят, человек должен все время быть где-то, чтобы проверять. Они все там варятся, там распределяются деньги, там распределяются влияние, там распределяются все эти вещи в госпредприятии, и очень мало людей выезжают, чтобы людей пощупать просто реально, как они выглядят. Поэтому они даже не знают свою страну, не знают. Камень Подольский, какой-то мировой сокровище, чиновцы, хотя бы премьер-министр должен знать, но... Это просто правда мировое сокровище. Или там, не говорю уже о Львове, Одессе, там, и говорю, центр Одессы убивается на глазах. Это действительно один из лучших европейских и мировых городов. Избивается, потому что нет централизованной политики. Когда если ты просто отдашь местным варварам, они всегда будут жадные из-за жадности, из-за квадратных метров убивать, скажут, что
Но должна быть централизована. Для этого, и тогда мы привезем очень много туристов. В Украине есть действительно мировые торги. Белгород-Днестровская крепость, тот же Чернигов, тот много-много, не говоря уже о Львове, о Крымских годах. Поэтому просто нам надо, еще раз говорю, открыться. И у нас почему-то считают, что турист не очень хорошо считался все. Считал, что инвестор не очень хорошо. Почему считал, что инвестор? Потому что это все наше. Инвестор придет и разбавит. Это же наше акционерное общество, правильно? А инвестор и турист это очень хорошо. В Украине нет нефти и очень мало газа. Очень мало нефти и очень мало газа. То есть что надо компенсировать? Прямыми инвестициями, туризмом, логистикой, транспортом, всего того, что в 21 веке создает прогресс. Для этого нужно поменять менталитет. Вот для того, чтобы менять менталитет, нужно менять элиту, потому что это менталитет уже ничем не проходит. И привести людей, у которых есть... Каждый год мы теряем, не теряем, но каждый год 45 или 50 тысяч, по-моему, украинцев учатся, и это как минимум учится позже. Это, с одной стороны, мы как бы исход мозгов, с другой стороны, это шанс обратно вернуть их, если будет возможность для страны. Вот когда я говорю в Грузии, чем я горжусь? 8 из 9 лет моего президентства в Грузии был позитивный миграционный баланс. 8 из 9 лет. Почему? Потому что молодежь не уезжала. То есть приезжала обратно же когда. И мы сделали программу. Несколько тысяч грузин по президентским стипендиям уехал за границу. 99% вернулся обратно. Это и когда ты молодежи предоставляешь шанс, она возвращается. Надо, как только мы в Украине. Вот назначили мы несколько молодых. Я объявил конкурс на районных администраторов. 26 районных администраторов. И самая высокооплачиваемая должность там, в Одесской области, 7 тысяч человек поучаствовало. Мы нашли на двух районах выпускников London School of Economics, на двух выпускников Кембриджа. Один парень, Миша Титарчук, был главой крупного гонорарного бизнеса Конго. Все, бросил, приехал там. Очень много интересных украинцев приехал со всего мира, просто поднимать свою страну. Никто из них, многие из них в Одесской области вообще никогда не были. Им понравился вот этот челлендж, интересно это поехать и что-то новое начать. Вот то, что-то такое же мы должны дать. Но, с другой стороны, когда я там одну Марушевку назначу, там уже многие украинцы провели возмутились. Почему ее, а что она красивая, потом нет, конечно. Ну, почему они возьмут? Грузии мы не возмутились, потому что в Грузии молодежи везде было конкурсы открыты. Но почему больше нигде не назначают на таможню по такому принципу? Почему только это одно? Когда всем будут открывать шлюзы. Тогда никто не будет задавать этих вопросов. Прошу.